Милана вышла из чулана. Милана вышла из чулана. Наши родственники пропали, они уехали устраиваться в кафе по заданию. Их нет уже 5,5 часов. Ксения, родная моя, вы, возможно, не часто работали, но обычно работают долго. Так это же безответственно, ведь мы же семья, мы договорились, что мы будем держаться вместе, а они уехали и бросили нас. Сейчас я начинаю взлетать. Куда ты начинаешь взлетать? Не знаю, меня что-то раскочивает. А вы пробовали раньше что-нибудь писать? Нет. Как вам здесь попробовать написать гимн? Я могу тут... Игры реальности – это битва! Игра реальности! Зрители нас смотрят везде! Пей, моряк, пей до дна, горе вином залей, ночи таскаясь... Эх, маечка, ты моряк, ты рыбачка, ты рыбак, я на суше, ты на море, мы не встретимся никак. Эх, какой у нас сегодня день, а стул у нас остался один. Небо ясное, небо синее, море прекрасное, море малинное. Смотри, это... с нами связывается Изольда Каци, пишет, где кореянка. Уважаемые смотрители Северной и Южной Кореи, если вы видели кореянку, Лию зовут, да, то, возможно, это наша... Кореянка? Кореянка, да, и она нам нужна. Пожалуйста, верните ее. Слушайте, смотрители, это же гениально! Вы реально можете спасти человека! Вы можете просто написать какой-то квест, где она может находиться, где вы ее видели, прислать нам, мы пойдем по ее стопам. Да. А чем сложнее будет квест, тем будет круче, чтобы создатель игры убедился, что мы готовы на все. Не терпится ее спасти. Это же Петербург! Так, все смотрители, которые из Санкт-Петербурга, срочно, срочно выходите на улицы и смотрите, и заглядывайте всем кореянкам в лица, вот так вот, вглядывайтесь и спрашивайте, вы Лия или нет. И только вы, уважаемые смотрители, можете нам помочь. Мы без вас не справимся. Кто может нас довести до Санкт-Петербурга из Москвы, нам очень срочно нужно вернуть нашего героя, Лию. Без нее мы не можем идти дальше в наследство. Пожалуйста, помогите нам. Это реальная игра. Ой! Аккуратно, Милана, вы сейчас все карты загребете. Так, держите. Ты хитренький какой, так нельзя. Пожалуйста. Я напоминаю, что это игры реальности, и здесь все реально и нереально. Приз? А может деньги? Приз. Деньги нужнее. Приз в студию. Пожалуйста, пылесос. Бам-бам-бам. Пылесос. Вот он. Приз. Можете начинать пылесосить. Чистка уйдет полным ходом. Видимо, пылесос, как вы успели заметить, обладает очень хорошими характеристиками. Он супермощный, стильный, молодежный, невидимый. О, все. Потом я разработаю еще стратегию. Я скажу, что это безумный Макс, и с ним всегда безумно. Чебурашка потерянный, да? Он пытается найти, то есть выход, вот так постепенно. Но он не сможет выйти. Почему? Из-за своих ушей. У прохожих на виду. Как все происходит, как вам в игре? День рождения только раз в году. Пам-пам.